Ну и вот, собственно, следующий поединок. Парни уже в октагоне. Представитель команды Узбекистан. Весовая категория 71 килограмм, рост 175 сантиметров. Победитель чемпионата Азии по рукопашным боям. Чемпион по грэпплингу. Трехкратный чемпион по грэпплингу. Мастер спорта по рукопашным боям. Команда Аэропорт Клуб Файтер. Тренер Роба Улукбиков. Ему 24 года. Встречаем Шомурадов Эльон! И его соперник в весовой категории 70 килограмм, рост 87 сантиметров. Уроженец Джалабадской области, город Джалабад. Команда Аль-Фатих, тренер Пейзов Чингис. Ему 20 лет. Встречаем Абдиджапару Сыда! Бойцы в середину. Поприветствуем. Бойцы напоминают правила. Затылок уже, позвоночник, за шорты, за сетками хватает. Работаем 3 раунда по 5 минут. Удачи, Абдиджапару. Павло. Ну и, собственно, следующий бой трехраундовый по 5 минут. Суранов Ильнус против Абдиджапару Улу. Очередной местный боец, представитель Джалабадской области. Первый раунд, поехали. Кыргызстанец сейчас спиной к нам. В таких аляпистых шортах, напоминающих флаг сборной Бразилии. Первая ассоциация с подобной формой, но Ильнус, следующий соответственно, с труса синих. Камол Динов Ислам. Очень долго разведывают друг друга бойцы, более 40 секунд уже прошло и пока без активности. Но мы видели нечто подобное уже сегодня. Будем надеяться, что это был стартовый такой, ну, собственно, так и случилось. В разменах действительно очень активные. Высох уже октагон после дождя. Привели его в порядок. Шуранов хорошую атаку сейчас исполнил. Находится в очень хорошей позиции. И как бы Абдиджапару Улу здесь не потеряться. Но вяжет неплохо руки оппонента. Полторы минуты первого раунда уже прошли. И пока справедливости ради спортсмен из Узбекистана смотрится поинтереснее. Даже встал с такой позиции и дважды слева неплохо пробил. Нельзя держаться сетки. Должен об этом понимать прекрасно. Пытается сейчас Абдиджапару Улу вывернуть ногу оппонента. В итоге нарывается на смену позиции. Опять получает серию ударов в лицо. Очень неплохо работает Шуранов в этой ситуации. Да, и поймал руку болевой захват. Мне кажется, здесь уже без шансов. Но терпит, терпит на характере. Не хочет проигрывать при родных трибунах парень. И, собственно, честь ему и хвала за это. Но здесь можно лишиться руки. И приходится сдаваться. Браво. Браво Ильнус Шуранов. Абсолютно достойно выиграл в этом бою. С чем мы его, собственно, поздравляем. Да, первый узбекский боец, по крайней мере, в этом выпуске, который свою победу все-таки одержал. Ну что ж, сейчас мы официально узнаем имя победителя. В первом раунде за 2 минуты 42 секунды болевым приемом на руку победу одержал Шомурадов Эльнур.
Поздравляем его с этой победой, а я с вами прощаюсь. Услышимся в следующем выпуске. Смотрите ВЭФ на телеканале НТС Спорт.